Всем привет! Меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу предложить вам приготовить шоколадные кексы с шоколадом внутри. Готовятся они легко и быстро из доступных продуктов. Сверху я покрою их шоколадной глазурью и украшу клубникой. Структура кексов получается мягкая, пористая. Есть кексы лучше сразу после того, как мы их покроем шоколадной глазурью. Тогда внутри они еще теплые и шоколад внутри еще мягкий. Хотя и в остывшем виде они тоже очень вкусные. Ингредиенты рассчитаны на 12 кексов диаметром 5 см. Для приготовления кексов нам понадобится 120 граммов сливочного масла, 165 граммов сахара, 220 граммов пшеничной муки, 50 граммов черного шоколада с содержанием какао 50%, 2 куриных яйца, 40 граммов какао-порошка. Также нам понадобится 200 граммов воды или молока. В просеянную муку я сразу добавляю 1 чайную ложку разрыхлителя для теста, 1 чайную ложку ванильного сахара и 1/3 чайной ложки соли. И перемешиваю. Сначала заварим какао. 40 граммов какао заливаем 100 мл кипятка. И все тщательно перемешиваем до однородного состояния. По желанию воду можно заменить молоком. Когда масса стала однородной, добавляю 100 граммов воды комнатной температуры и перемешиваю. Делаю это для того, чтобы заваренное какао стало теплым и можно было добавлять его в тесто, не дожидаясь, когда оно остынет. Мягкое сливочное масло взбиваем миксером. Надо, чтобы масло стало белое и воздушное. Добавляем сахар, перемешиваем. Добавляем по одному яйцу и перемешиваем до однородного состояния. Добавляем какао, перемешиваем. В конце добавляем смесь из муки, разрыхлителя, соли и ванильного сахара. Аккуратно вмешиваем муку, чтобы она не разлетелась при перемешивании. И перемешиваем на небольших оборотах миксера недолго, до однородного состояния. Соберем муку по краям. Вот такое получается тесто. Вкладываем бумажные формочки для выпечки. У меня они диаметром 5 см. Заполняем формочки тестом примерно на 1/3. Вкладываем в середину каждой формочки кусочек шоколадки. И закрываем сверху тестом. Формочки заполнены примерно на 2/3. Немножко постучим формы об стол, чтобы тесто распределилось равномерно. Убираем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Смотрите по своей духовке. Готовность кексов проверяем деревянной палочкой, прокалываем. Если она сухая, значит кексы готовы. Вынимаем их из духовки и даем остыть в форме примерно 5 минут. Затем освобождаем от формы и даем им остыть до комнатной температуры примерно 1–1.5 часа. Когда кексы остыли, приготовим глазурь. Для глазури нам понадобится 50 граммов черного шоколада с содержанием какао 50%,
25 граммов молока, у меня обычное 2%, и 25 граммов сливочного масла. Соединим молоко с маслом и нагреем их в микроволновке или на водяной бане, чтобы они стали горячими и масло растопилось до температуры примерно 90 градусов. В горячее молоко высыпаем кусочки шоколада. Шоколад должен быть полностью покрыт молоком. Подождем 2-3 минуты, чтобы он растаял. И тщательно перемешаем венчиком до однородного состояния. Глазурь готова. Обмакиваем кексы в глазурь и украшаем кусочком клубники. Обычно я обмакиваю кексы в глазурь один раз, даю глазури подсохнуть и обмакиваю второй раз. Так глазурь ложится ровно и более густым слоем. Кексы готовы, глазурь подсыхает довольно быстро, буквально за 10-15 минут. Мне нравится их есть сразу после того, как застыла глазурь. Тогда внутри они еще теплые и шоколад внутри еще мягкий. Хотя и в остывшем виде они тоже очень вкусные. Приготовьте, надеюсь, они вам тоже очень понравятся. Если вам понравился рецепт, то ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения!